Бабушка под прикрытием вышла на улицы Красноярска. Пожилая женщина просила прохожих перевести ее через проспект имени газеты «Красноярский рабочий» в неположенном месте. За происходящим из укрытия наблюдали сотрудники ГИБДД, специальный агент, ветеран их ведомства. Акции с участием таких актеров городские правоохранители проводят не первый раз. Сейчас ее приурочили ко дню пожилого человека. Ранее же помощи у людей вокруг просил якобы пьяный водитель, а скоро будут и дети. Так инспекторы проверяют сознательность красноярцев. Со всеми участниками в конце экспериментов проводят профилактические беседы, но при этом никого не штрафуют, ведь главная цель – напомнить о правилах дорожного движения. Ну, я посмотрела, думаю, дорога пустая, думаю, пройду, потом смотрю, все-таки машина едет. И я уже потом сделала шаг назад, говорю, нет, пойдемте, смотрите, пешеход рядом. И смотрю, все бегут, думаю, ну, понятно. Примерно прошло мимо бабушки 20 человек, 5 из них проигнорировали просьбу бабушки. Двое граждан согласились перевести бабушку в неположенном месте, но мы этот момент пресекли.